Добрый вечер, дорогие друзья! Какое счастье, что мы являемся современниками удивительных, одаренных многочисленными дарами свыше людей. Тех людей, которые являются безусловными пассионариями, лидерами в области культуры, искусства, духовности, лидерами в области становления нас с вами настоящими людьми. Потому что, конечно же, человеком не рождаются, а рождаются человеческим индивидуумом, но человеком становится на всем протяжении жизни. И сегодня я с гордостью и восхищением представляю вам уникального гостя передачи «Избранный», конечно же, избранного судьбой Богом человека. Его многочисленные достижения сложно перечислить. Достижения жизни, которые он посвятил служению всего человечества в самых высоких смыслах, мы сегодня их, конечно же, обсудим. Я постараюсь вкратце его вам представить, хотя это практически невозможно. Итак, писатель, член Союза писателей России, философ, психолог, коуч, тренер и еще очень много чем профессионально занимающийся человек Анатолий Некрасов. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. Ничего, что так вот просто по-европейски, Анатолий. Карина, можно без отчества? Конечно, даже нужно. Да, Карина, благодарю за такое представление. Это дорогого стоит, благодарю. Ну, это вы, это только маленькая часть, Анатолий, того, что можно было вот в таком вступительном слове о вас сказать. Просто хочется заранее, уже предвкушаю, наслаждаюсь беседой, хочется поскорее окунуться в это наслаждение. Ну, давайте начнем с несколько банального вопроса. Все-таки, что же первично в вашем творчестве? Кто вы все-таки больше? Философ, исследователь, психолог или писатель? Или что-то, кто-то другой? Писатель – это уже конечная инстанция. Я пишу то, что уже прожито, утверждено, проверено. То есть, и это я выношу людям. То есть мои книги, они чем ценны, и это отмечает, что они все из жизни, на жизни и для жизни. Потому что это вот уже конечная стадия, результат моего творчества. А вот что предшествует? Предшествует этому, конечно, исследование, философский такой взгляд на жизнь. То, что мудрее жизни нет пространства. И здесь открывается при добром отношении к жизни, уважительном, открываются очень большие глубины. Поэтому, начиная вот с исследователя, философа, психология – это уже ближе к реализации и завершает писательство. Я задам вам сейчас, Анатолий, вопрос, которым, наверное, следовало бы завершить нашу передачу, но лично для меня ваш ответ на него очень интересен. Вы сказали здесь о глубинах жизни, которые вам открываются при уважительном к ней отношении. Какая самая захватывающая глубина вам открылась? Какое вот в позитивном смысле самое большое потрясение, открытие в вашей жизни? Кто-то открывает для себя Творца, кто-то открывает для себя самого себя. В вашем случае это что? Я много прошел этапов самоосознания, саморазвития, понимания себя, жизни в целом. Если проследить, прям такие ступени. И на некоторые сейчас можно смотреть с улыбкой, потому что было такое наивное представление. А сейчас, когда мне уже за 70, я уже понимаю, могу расставить по ранжиру. Так вот, пожалуй, самое такое большое открытие для меня – это, знаете, вот то, что буквально случилось в этом месяце. Всего-навсего в этом месяце я глубинно, очень глубоко осознал, что все есть во мне. Простая истина, о которой говорили философы, начиная еще с древних времен. Но к этому надо прийти. Не просто повторять слова, а нужно прочувствовать, что ты действительно творец своей жизни. Ты творец своего пространства. Ты творец своего тела. Почему я могу с телом своим общаться и постепенно переводить его в новое качество? Потому что я уже
несколько раз уходил из жизни. Угу. А вот и с каждым годом я чувствую себя все более и более уверенно. Потому что я нашел в себе источник. Вот это, наверное, самая большая глубина. Это, а перед этим долгое время на первом месте, это вот сегодняшнее, а на первом месте до этого было понимание, что именно взаимоотношения мужчины и женщины вот двигатель всего. Эти отношения, они не только рожают детей, не только продолжение поколений, они вообще-то это высшее творчество отношений мужчины и женщины. Через это можно удивительные вещи творить. То есть взаимоотношения мужчины и женщины я считаю мощнейшим, самым мощным двигателем эволюции. Вот это здесь было перед этим. Да, замечательно. Но я не могу не задать вам провокационный вопрос, который будет вертеться на языках у наших многочисленных телезрителей. Наверняка и у вас, Алихан. А как же вот современные реалии, когда отношения мужчины и женщины постепенно, к сожалению, устаревают, им на смену приходят отношения между другими, да, между мужчиной, мужчиной, женщиной, женщиной, и люди, которые отказываются строить семью, вообще не заводят никогда никаких отношений. Такие люди есть, их много, они организуются в сообщество целое. Ну, все очень просто. Посмотрите, к чему мы сейчас пришли. То, что сейчас происходит, вот это вот связанное, пандемия просто показала ту глубину падения личности, что мы позволили себя загнать вот в такой режим отношения к себе. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что общество больное. Глубоко больное. И в больном обществе ориентироваться на то, что в нем, то есть когда в человеке есть болезнь, и ориентироваться на болезнь, как на норму жизни, нельзя. Надо все-таки выходить на норму жизни счастливую, радостную. На нее опираться. Угу. И тогда ты действительно будешь в истине. А если опираться на больное, да, здесь все допускается. И гомосексуальные отношения, там, и соответствующие браки, там, и прочее, прочее, прочее. И все, что... Это больное общество. Угу. Но как же не допустить в самом себе болезни? Как найти вот этот вот пресловутый источник в себе? Он ведь есть в каждом человеке, но почему человек отворачивается от самого себя в этом смысле? Много причин. В первую очередь, безграмотность, доходящая до невежества. То есть люди, как правило, в большинстве своем безграмотны в вопросах жизни. И это не просто их желание. Это зачастую этому способствует общество. Понимаете, ценность человека – это высочайшая ценность. Так вот, ценность человека постоянно унижается определенными всеми процессами в жизни для того, чтобы легко было управлять человеком. И вот этот процесс, когда человек унижен, он, естественно, может оказаться вот в одном из лагерей, о которых мы говорили. Угу. То есть вот я вижу так. Но ведь большинство людей, они даже не желают чему-то обучаться. Они могут ходить тоже на тренинги, они могут даже ходить к вам, да, становиться вашими клиентами, но они, в принципе, остаются на том же уровне развития, с которым они и обращаются к тренерам, к психологам, к коучам. То есть ими движет, наверное, тотальное нежелание учиться, менять себя. Почему? Есть, удобнее есть, страдать? Есть те, которые действительно не хотят учиться, но их на самом деле меньшинство. Потому что это уже просто как-то забитый такой, как говорится, человек. А в основном-то в каждом человеке есть стремление к лучшему. В каждом. Только вот это лучшее нужно направить в соответствующее русло. Эту энергию, стремление к лучшему нужно направить не в материальное улучшение, а в духовное развитие, психическое развитие. И тогда
человек пробуждается. Ну, проще же новый телефон приобрести, Анатолий, да, чем что-то копаться в себе, страдать, да, понимать, да, что ты там не такой идеальный, как казалось. Ну, для этого у жизни есть много инструментов. Большая, то есть прям птицефабрики жареных петухов, которые клюют. И они, эти птицефабрики, работают постоянно. То есть на каждого человека найдется жареный петух, который его в определенное время клюнет. Другое дело, кого-то прям заклюет до смерти, он так и не поймет. А другой, в общем-то, может сообразить, что что-то не так. Поэтому это один момент. То есть жизнь заставляет учиться. И вот почему много женщин, больше женщин учатся, стремятся к знаниям. То, что они более тонко чувствуют жизнь, более к ней, в нее внедрены благодаря своим функциям женским. Для них важно вот это счастье, радость. Поэтому, смотрите, они стремятся. Угу. Мужчины несколько тормозят, но здесь это отдельная тема. Вы написали книгу «Материнская любовь», к слову, о женщинах. Алихан, вы читали эту книгу? Да, я читал. Поделитесь. Прочитала эту книгу безумно. И моя супруга безумно Лена, что? Безумно понравилось. Она сказала, что это настольная книга для каждой мамы, либо для каждой будущей мамы. И уже даже те мамы, которые не могут отпустить своих там сыновей в свободное плавание и строить свободные отношения со своими супругами, то обязательно нужно, чтобы кто-то им подарил. Не невестка и не сын, а кто-то со стороны, чтобы мать прочитала и увидела себя со стороны, как не нужно поступать. Вот у меня тоже был как раз вопрос, что стало толчком для вас, чтобы написать эту книгу? Либо кто повлиял, чтобы вы все свои вот эти пережитые опыты изложили в этой книге? Либо у вас была такая ситуация? Поделитесь с нами. Вы знаете, позже, когда и книга вышла, я в этой теме уже разобрался глубоко, я увидел, что были корни и в моей жизни, в моих отношениях с мамой. У меня своеобразные были отношения с мамой. До 12 лет я жил с бабушками и дедушками. Она временами появлялась, работала в городе, а я в деревне. Вот. И отношения с мамой были, в общем-то, такие эпизодические. Но в 12 лет я приехал к ней в город. Она получила квартиру, все это даже это было непросто. И вот тогда я ощутил на себе всю силу материнской любви. Мама дорвалась до вас. Дорвалась. Это, знаете, были самые тяжелые годы в моей жизни. Как вы выжили? С 12 до 17 лет. Я выжил чудом. Я серьезно говорю. Я потом, мы с ней разговаривали об этом, и меня спасло то, что многое спасло. Ну, во-первых, любовь. Я влюбился в девочку, в одноклассницу, и это меня, вот знаете, меня наполняло энергией. Это раз. Второе, я эту энергию направлял в мирное русло. Я в 14 лет начал строить дом. Угу. Купил книгу «Как построить сельский дом» и начал строить дом. И 3 года, вот самые такие опасные, когда там были рядом и наркотики, и преступность, и все. Я строил дом. Каждую свободную минуту я один построил кирпичный мансардный дом. Потрясающе. С 14 до 17 лет. То есть вот труд, ну я деревенский житель, до 12 лет в деревне, а труд там, сами понимаете, в деревне это, без этого никак. Поэтому я, и дом для меня был понятен, что это такое. Поэтому вот 2 момента. Влюбленность, любовь к девушке и работа. Вы строили дом для вашей девушки, да, получается? Нет, это я строил дом, просто строил дом. Угу. Какой в то время я не думал о том, чтобы создать с ней семью. Я еще был зеленый для таких решений. Угу. Я только после 20 лет созрел, что семья – это важная вещь. Так все-таки в вашей книге говорится о чем, Алихан? Какая должна быть материнская любовь? Правильная, идеальная или подходящая это именно вот для данного ребенка? Это, понимаете, вот я сейчас поясню. Здесь, наверное, лучше я скажу, чем. Да, конечно, да. Это было вот то глубинное, я мысль тут завершу, то есть то глубинное, что меня подвело к этой теме. То есть мои собственные отношения, но это я позже понял. А в тот момент, когда я начал писать эту книгу, знаете, я встретил женщину. Ну, вот с той трагической судьбой, которая вот в начале книги описывается.
погиб сын, погиб муж. В общем, классический вариант вот темы избыточного материнского чувства. Встретил женщину, и у меня с ней была консультация. Я увидел всю глубину проблемы. То есть настолько не увидел, а я прожил через эту женщину, и я понял, насколько это масштабно. То есть вот эта женщина стала таким спусковым крючком, что ли. И, ну ладно, это я понял, я начал об этом думать, но написать, у меня следующий этап, еду со спектакля «Чайка», вы знаете чеховскую «Чайку», там как раз о недостаточной материнской любви. Вот. И я весь спектакль видел, что это не глубоко, что это не то, не та глубина проблемы. И что вы думаете? Еду со спектакля, в метро пустое, заходит в вагон женщина один в один, вот как та, которая была у меня на консультации с трагической судьбой. Также в черном вся. То есть, ну, понимаете, вот мир так вот выстроил. Все, я сказал, надо писать. Вот такой вот трехходовой такой. Сначала мама, потом нашел эту тему, понял, потом вот эта женщина подтолкнула. Насколько легко рождалась книга? Легко. Вообще книги я пишу легко. Как сказал один мудрец, говорит, просмотрев мои книги, он говорит, ты пишешь душой, а с душой легко писать. Угу. Не господин Лихакимов это был, тот самый мудрец, нет? Секрет. Да, это... Угу. Александр Геннадьевич был дважды у нас на передаче, сидел вот в этом же кресле, тоже очень его с большим трепетом душевным к нему отношусь. Ну, если вдруг я вспомнила Хакимова, может быть, снова к нам придет, да? Возможно, вы позвали, чтобы придет. Конечно, снова. Да. 7 месяцев назад вы написали аудиокнигу про отцов. Расскажите. Вот сейчас, последние несколько лет, на самом деле, идет такой некий тренд на осознанное отцовство. ООН часто об этом говорит, проводят круглые столы. Какой момент общество повернулось к отцам? Потому что зачастую до этого момента всегда все писалось для мам. Я – это еще не все общество. Общество еще не повернулось к отцам. Я всегда первопроходец. Это как-то не преувеличиваю, это действительно так оно и есть. То, что вот та же материнская любовь – это такой взгляд. Там вообще первую книгу, вот я когда ее пришел издавать, издательство отказалось ее издавать. Вы что, на святое материнство покусились? Понимаете? Отказалась. Я пошел в другое издательство. То есть не просто шла эта книга в жизнь, но потом она пошла все больше и больше и больше. Так вот, и всегда мне женщины задавали, а что же вы про отцов-то не пишете? Про отцовство что не пишете? И все-таки дотюкали меня. Я созрел, и этим вот, как вот с той женщиной в метро, так вот таким спусковым крючком была моя младшая дочь. Ей тогда было 6 лет или 5, не помню. 5,5. Мы были на Новый год с ней в Пятигорске. А я когда-то в Пятигорске начинал вот этот весь свой духовный путь. Вообще вышел из материального и начал немножко понимать жизнь, философски к ней относиться. Именно в этом районе. Вот. И мы собираемся на экскурсию. Живем в отеле, собираемся на экскурсию. Я говорю, дочь, собирайся, поедем на экскурсию. А я не хочу, я знаю этот город. Откуда ты знаешь? Ты же не была здесь. Была? Когда? А я жила здесь 10 лет. Когда? Вот я задумался. А я в Пятигорске жил 10 лет. Угу. Когда-то давно. И я понял, а это уже был итог моих исследований. Я давно подошел к этому, что дети идут за отцами. Вот. И вот эти слова дочери как бы дали команду. Пиши. И вот с этого момента я начал создавать. Но я создал не просто книгу, а видеокнигу. Это такой, знаете, небольшой
40-минутный там, или 50-минутный спектакль, моноспектакль, который открывает такие грани отцовства, над которыми никто не задумывался. Как я говорю, я первопроходец и в этом вопросе. Очень необыкновенно интересно, Анатолий. Ну, хотя бы расскажите о нескольких гранях. Что это за грани отцовства? Понимаете, начну вот с чего. Это действительно важный вопрос. Угу. Природа очень гармонична. Согласны со мной? Да. В ней все очень гармонично. Бог гармоничен, угу. И все гармонично, естественно. Мы пытаемся нарушить эту гармонию, но чем больше нарушаем, тем больше получаем. Но вообще это все гармонично. Так вот, в природе мужские и женские энергии обязательно находятся в гармонии. И они направлены всегда на сотворчество. Это наша дурь и наши какие-то там измы в мозгах приводят к тому, что мы... мы мужчин и женщин противопоставляем, mm. там, и начинается вся вот эта катавасия. А так это всегда гармония. Так вот, мы считаем, женщины, по крайней мере, полностью уверены в этом, да и мужчины уже привыкли к этому, что именно женщина приводит детей в жизнь. Женщина. Ну, вроде все понятно, все видно. Она ходит, мучается, страдает, беременность, рожает, вскармливает, и в ночи не спит, и так далее, и так далее. Ну, кому, как не ей, лавры нужно отдать? Вроде все логично. Кроме одного. Это нарушает гармонию мира. В мире все гармонично. Я задумался, что-то здесь не то. Где-то у мужчины резерв во всем этом процессе прихода детей, где он тоже равен женщине. Иначе не было бы этой гармонии, не было бы, вообще не было бы эволюции. Потому что эволюция рождается в гармонии, а не в дисгармонии. В дисгармонии инволюция рождается. Вот, начал исследовать и пришел к пониманию того, что женщина создает тело ребенка. Согласен со мной? Она создает тело. А для гармонии, вот этой вот мировой гармонии, мужчина создает духовную сторону, дух ребенка. И дух как раз, то есть то, что зерно духовное, которое их приходит на землю, в виде там, души, ну, неважно, какие термины, суть, и вокруг которого потом образуется плод и рождается ребенок, растет ребенок, вот это духовное зерно приносит мужчина. Вот это важный момент. То есть тогда... тогда все действительно гармонично. Тогда все правильно. Но не просто. А когда он приносит? Как это все происходит? Механизм. Я давай исследовать. Много лет я с этой темой не выходил, потому что она слишком революционная. И вы, когда посмотрите эту видеокнигу, а я думаю, вы посмотрите, я думаю, у вас тоже возникнут сомнения. Что-то Некрасов там натворил. Ну, сомнения – это функция разума? Ну да. По ведам? Да. Угу. А там нужно сердцем вообще-то слушать больше. А так вот, знаете, с этой книгой, как и с материнской любовью, тоже идет такой же процесс, как с той. Ее сначала такого не может быть, потом в этом что-то есть. А теперь о материнской любви говорит каждый блогер, каждый там... То есть все крутится вокруг этого. Так и здесь. Я уверен, что тема отца, сейчас она очень трудно идет, но она пошла уже. Она уже пошла, вызывает отклик. Я столько получил подтверждений вот тем откровениям, которые люди получили в результате просмотра этого и понимания роли отца. Так вот, смотрите. Опять... идем от гармонии. У женщины понятно, вот ее рождение женщины. Это конкретный дата, час, когда у нее начинается менструальный период, правильно? Это все понятно, она стала женщиной. А когда мужчина? Ну, вот где-то так в этом возрасте, там где-то усики появятся, где-то босок там. Ну, то есть нет определенного, ничего подобного. Здесь все тоже гармонично. У мужчины тоже есть конкретный день и час, когда он становится мужчиной. И когда же? Только это происходит на духовном плане. Угу. У него пробуждается дух. Это, знаете, вот как
Я потом проводил эксперименты с экстрасенсами, ну, видящими вот тонкие материи. И они увидели, что действительно в момент полового созревания мальчика у него как бы над головой вспыхивает, знаете, такой факел. Его еще называют цветок лотоса, может быть, слышали такое вот выражение. То есть факел такой. Энергетический, то есть мощный факел. Он невидимый простым взглядом, но он видим вот этими людьми. И вот на него это тоже день и час, это тоже в районе 11-13 лет. И ну, всех по-разному, индивидуально, но где-то в этом возрасте. И на этот вот факел, как бабочки на огонь, прилетают души будущих детей. Души, не один, души. Много. Целый букет. И вот дальше, начиная с этого момента духовного пробуждения мальчика, он идет по жизни уже вот с этим букетом будущих детей. Представляете? Отсюда сразу столько, вот, Александр, здесь столько нового надо осознать в семьях, потому что как вы относитесь к сыну после 11-12 лет? За ним уже ваши внуки, а вы его и подзатыльник там и прочее, то есть и унижение и так далее. А ведь он уже несет ваших внуков в своем пространстве. Здесь надо очень многое пересмотреть. Здесь... А как вот помимо видений экстрасенсов, Анатолий, можно еще опознать, что произошло все-таки пробуждение духа у мальчика, да? Ну, я опять не могу не задать такой вопрос, потому что наверняка телезрители начнут вспоминать такие негативные кармические проявления жизни своих, соседей, знакомых, когда, ну, мальчик становится наркоманом, алкоголиком, в криминальный мир уходит. Мальчики с психическими отклонениями, социопаты, психопаты, у которых редуцировано определенные органы, не органы, а доли головного мозга, что человек врожденно не может чувствовать эмоции. Никакие, кроме негативных. Не может чувствовать эмоции других людей. Может научиться психопат их имитировать, но чувствовать не может. То есть это уже определенное такое где-то демоническое существо. Вы знаете, я отношусь более оптимистично к этому всему. Я уверен, я знаю, и мне приходилось пробуждать вот таких вот, как вы говорите, демонических людей. В каждом есть зерно любви. Ну, конечно, да. В каждом. Только бывает очень маленькое, неразвитое. Но если правильно подойти и раскрыть, то все будет замечательно. Знаете, я... вот многие говорят как раз, вот вы сейчас сказали о трудном возрасте, переходном возрасте вот, мальчиков и так далее. И девочек в том числе. Дело в том, что это трудный возраст, переходный возраст, это не у детей, это у родителей. Это они не перестроились. Это они воспринимают детей по-прежнему как дети. А это уже личности, за которыми идут уже будущие дети. Они это не осознают, но они это ощущают. А их унижают, а ими командуют, а их не уважают. Вот у меня 7 детей, и ни с одним не было вот проблем вот этого переходного возраста. Понимаете? Это от родителей. И то, что вы сказали вот, уже при рождении, а здесь надо смотреть, как был зачат ребенок, в каких условиях и какими энергиями, и какими посылами, понимаете, какими намерениями, как проходила беременность. В каких отношениях между супругами, между родителями, одними и другими, и так далее, и так далее. Здесь целый комплекс. Поэтому дети – это продукт родителей. И ответственность нужно признать, свою ответственность. Не то, что вот, да, судьба, вот он такой родился там, да, с таким, извините. Это ваша ответственность. Ответственность, да, но понятие кармы никто не отменял.
и астрологические, например, астрологи ведические, да, они тоже это все говорят об этом. Например, ну, в моей жизни было много случаев, когда делали гороскоп на родившегося ребенка и, например, говорили, что судьба у него будет негативная. Конечно, это не было сказано ни ребенку, ни родителям, угу. Что негативная судьба, там много зависимости, много негативной кармы и так далее, и так далее. И потом с удивлением смотришь, как действительно Всевышний складывает вот ситуацию вокруг этого ребенка. Действительно, что все потенцирует у него развитие вот негативного отношения к жизни, чувство вины, которое потом может заглушаться наркотиками, алкоголем. Да? Я понимаю. То есть родитель тоже не может полностью исполнять роль Бога, но всего лишь его инструмент. Знаете, я имею другое мнение. Угу. И мало того, это мнение подкреплено большой практикой. Угу. Я возвращал к жизни очень глубоко искалеченные души. И я скажу, что вы говорите, что приходит астрологический такой прогноз. Да, ребенок родился с таким набором, родился. Но нужно четко понимать, уважаемый родитель, он пришел не просто так такой к вам. Конечно. Да. Не просто так. А ну, некоторые на этом самом... Да, куда денешься, это судьба. Не просто так вот он... Он дорог. Нет, друзья. Он пришел к вам для того, чтобы вы прыгнули выше головы и исправили ситуацию. Угу. Бог никогда не дает, если мне это слово Бог использует, мир, я проще говорю, мир никогда не дает задачи невыполнимые. Каждая задача имеет решение. Другое дело, люди не доходят до этого решения. Но оно всегда есть решение любой задачи. Нужно просто сосредоточиться, убрать все заблуждения, честно посмотреть на свою жизнь, изменить ее и начать менять ребенка. Вы знаете, вот, ну, вы знаете, в последнее время очень много рождается даунов. Причем лавина. Я вам сейчас объясню механизм, чтобы вы поняли, как это все работает. Представьте, вот, ну, что взять? Ну, вот такой баскетбольный мяч, он большой. Вот баскетбольный мяч, да? Такой баскетбольный мяч. И возьмем детский мяч. Вот теперь подумайте, как баскетбольный мяч затолкать в детский? Сложная задача. Невозможно. Угу. Кроме как проколоть тот, спустить его, сжать, и, ну, тогда можно засунуть. Правильно? Так рождаются дауны. То есть приходит душа вот такая. А у родителей пространство вот такое. Сознание, любви. Вот такое. Но они хотят ребенка. Они его... Ох! И заталкивают в свое пространство. Калеча. Понимаете? То есть их пространство не соответствует... А сейчас вы знаете, какие дети идут. Потому что вот эти дауны, это вообще на самом деле очень гениальные дети в большой степени. Просто искалечены. Искалечены морально, физически, психически. Так вот, на ранних стадиях, когда только вот родился, у меня несколько есть реальных примеров, когда я родителей вот постарался их вот это пространство увеличить в несколько раз, а это реально, это возможно, если они понимают, осознают, принимают, честно смотрят на все и быстро меняют все, все условия, принципы жизни и так далее, то это просто... Во! И ребенок, пока он маленький, все, 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 все. И он выправляется и до своего размера доходит. И уходят все. Несколько реальных примеров. То есть снимался диагноз фактически? Да, снимался потрясающе. Диагноз. А что вы... Но это на ранних стадиях. Да. Потом ну, чуть конечно, позже, да. Тем сложнее, потому что закрепляется в физическом теле. Вот. Ну, а как же, Анатолий, что вы делаете с вашими пациентами, клиентами, чтобы расширить их пространство? Вы ведете их к духовности, к осознанию себя как души? Что вы делаете? Вот это одна часть. Uh-huh. Я обязательно смотрю на реализацию в жизни. Потому что все проявляется в жизни. Можно о духовности говорить много. Халва, халва, халва. Но толку от этого не будет. О духовности говорят многие, знаете, я даже есть
такой понятие улетевшие. Угу. Они настолько духовные, но оторванные от жизни. Понимаете? Это не есть духовность. Я считаю, духовность настоящая проявлена очень просто. В счастливой жизни. Если ты счастливый, полноценно счастливый человек, ты духовный. То есть ты здоров, у тебя классные отношения, у твоих детей все супер и так далее. С родителями все замечательно. Материальное благосостояние хорошее. Вот ты духовный. Вот это духовность. Когда все твои достижения духовные реализованы в реальной жизни, в счастливой реальной жизни. Угу. Если еще плюс к этому человек служит Всевышнему осознанно, естественно, наверное, это все на связке же. Это все угу. на связке. Такой человек, естественно, он весь мир воспринимает. Он же не ходит вот так вот. Он ходит и видит небо тоже. Я это так и называю – увидеть небо. В какой-то момент надо увидеть небо, открыть небо. И тогда ты действительно становишься полноценным. Угу. Ваш вопрос, Олеха? Да, знаете, зачастую мы употребляем всегда полноценная, неполноценная семья. В основном сейчас был такой момент, когда мы затронули тему отцовства. Я недавно разговаривал с одним композитором. Он написал песню для отцов. Он спел за 20 лет браки один раз эту песню. Дальше почему не пел? Потому что дети отказывались. 45% в классе без отцов. Угу. И всегда мы называем неполноценной семьей, неполной семьей и так далее. И вопрос, когда мы начнем воспринимать семью как семью? Потому что я считаю, что если там просто мама либо бабушка вдвоем, это тоже семья. И нельзя как бы ограничивать полноценно, неполноценно, тем самым уже автоматически внедряя в систему какие-то ущемления. Да, ущемления, ярлыки, какие-то стигмы. А полноценная семья, где папа алкоголик, буйный абьюзер, да. всех колотит, включая соседей, но он есть, это очень полноценная семья. Вот, и вот поэтому... Верх счастья. Да, мы этот вопрос затронули тоже, и ответов так и не нашли. А ярлыки существуют в обществе. Как вы считаете, кого можно назвать семьей? И должны ли быть вот эти полные, неполные семьи? Знаете, на мой взгляд, ответ простой. Нужно измерять не количеством участников, а качеством жизни. Например, мать воспитывает мальчика одна, но она воспитывает так, что он становится настоящим мужчиной. Почему? Потому что она создает глубоко семейные отношения. Каким образом? Очень просто. Она с сыном проявляет, как мать проявляется, маленькую часть, а большую часть она проявляется как женщина. И вот когда в семье есть женщина, не только мать, но и женщина, мать-женщина, тогда мальчик автоматически воспитывается как мужчина. Понимаете? И выходит полноценным из этой семьи. А, Анатолий, вам не кажется, что здесь есть опасность того, что ребенок слишком рано возьмет на себя, вот мать может переиграть, перегнуть палку, да, и слишком рано навесить на него мужскую ответственность, и тогда прощай детство, и тогда ребенок слишком рано взрослеет, но тоже тут ничего хорошего. Как вот найти золотую середину? Гармонию. Я пример такого пути. Хороший пример, да. Я был, мы жили без отца, и я для матери был помощником во всех ее делах, был ее советчиком и так далее. То есть мы, в общем-то, довольно много общались, и поэтому я считаю, что здесь, если все, мать ведет процесс очень мудро, то все очень хорошо будет. Он не станет, не возьмет на себя роль мужчины полностью и не закроет матери дорогу к мужчине. Это очень важно. Но это опять же зависит от матери. Но как же вот быть мудрой матерью? А что означает правильно любить своего ребенка? Знаете, есть очень простой ответ. В свое время Владимир Ильич Ленин сказал: учиться, учиться и еще раз учиться. Действительно, друзья, грамотность в вопросах жизни, в вопросах семейного строительства на самом деле на самом низком уровне. Это самая безграмотная зона жизни.
Мы учимся там, как кофе подавать шефу, там, отвечать на звонки, там, как решать вопросы в компьютере и прочее, прочее. Я этому все учу. Учимся, как кататься на лыжах, плавать. Все, всему учимся, кроме того, что учиться жизни. Надо учиться жизни. Угу. Где? Например, через ваши книги и на ваших тренингах. Да, но вы знаете, вот и тренинги, и книги, и все это, да, работает. И сейчас за мной идет очень много людей, потому что тему семьи я, по сути, поднял в то время, когда все челночили. Это начало перестройки 90-х годов, начало, конец 80-х, начало 90-х годов, когда никто не думал о семье, я, в общем-то, стал поднимать эту тему. Вот, но... И сейчас очень много идет в этом направлении людей, поэтому информации много. Не ленись, и ты можешь найти ответ на любой вопрос. На любой вопрос. Сейчас только твое желание. Вот, как раз у меня возник следующий вопрос. Сейчас действительно стало так много материала и так много информационной агитации касательно семьи, где есть правда. Сейчас каждая разведенная молодая девушка-блогер успешно вводит курсы, марафоны, как построить счастливую жизнь, трижды разведенная, четырежды неженатая, потому что там не дошли до брака, и зато она создает все условия для марафона. Вспоминается анекдот, Алихан, в эту тему, когда объявление в Инстаграме про продаю свадебное платье, счастливое, в нем 5 раз замуж выходила. Из этой же серии, да? Да, его счастливое платье. Да, да, да. И так много стало сейчас. Вы знаете, я провел много эфиров с блогерами-женщинами. Очень небольшая глубина. Соглашусь, да. Действует на низких таких, знаете, на низких интересах, на идут на поводу. На поводу так нельзя. Если ты взял на себя роль вести, ты должен вести, а не идти в угоду и на поводу своей аудитории. Знаете, многие были у меня на консультации. Потому что видят то, что я даю, пообщаются со мной, они... Идут, открывают курсы на минималках. Все, что вы сказали, так вот разжевывают в течение месяца. Да. Просто я знаю такие курсы. Мне так и смешно. 1000 тенге марафон. 5 дней я тебе буду давать консультации. Что ты дашь? 18-19 девочки. Зависит же еще, я продолжаю говорить об этом, зависит от грамотности аудитории. Развивайтесь, друзья. Будьте мудры. Смотрите, а как живет человек. То, что он ездит на красивой машине, там живет на Бали, там, это еще не говорит о счастье. Вот недавно умер блогер как раз на Бали, который много говорил о семейных отношениях. 34 года взял и умер. Понимаете? Жена убила? Нет? Понимаете? В самый разгар счастливых отношений пришла жена. Блогер вместе с любовницей умер от коронавируса. Я не про того блогера говорю, а просто как анекдот. Да? То есть, и ведь насколько люди... не глубоко смотрит, что вокруг его ухода создали даже какой-то культ создали. Понимаете? Его там превозносят. Это же, ну, говорит они, ну, безграмотности. Я бы сказал, невежестве, но безграмотности, мягче скажу. А как вы считаете, то, что сейчас стало так много инфо-цыганов, их называют, да, инфобизнесменов сейчас, да. Вот как раз таки тема, как говорится, отцовства, понимая, что стало актуальным, они пытаются постоянно ее монетизировать, делать курсы, опять же, в угоду общества, и продавая курс якобы для отцов, но обязательно для их жен. Как сделать и вернуть мужа? Как вовлечь его там, в семейную, там, какие-то воспитательные процессы? Как? К гадалке болевые. Цыганской сходи, приворот, заплати за черную свечу 100 тысяч тенге, вперед. Можешь курс делать без подписки. Слишком примитивно, хотя многие пользуются и таким средством. Есть более современные средства. Ну, как? Я понимаю, и вы понимаете, что эта пена пройдет. Все больше и больше приходит профессионализм в эту среду. И постепенно вот инфо-цыганы, они будут, конечно, но они не будут подавляющим большинством. Это придет к этому. Люди образовываются, люди понимают
ценность, начинают глубже смотреть. Идет процесс развития личности. Идет. Анатолий, огромное вам спасибо за ваш визит на нашу передачу «Избранный». Я вам желаю, чтобы все ваши проекты превосходно реализовались в еще более такой яркой, фееричной степени, чем вы ее себе представляете. А, конечно же, вам дальнейшего всестороннего роста. Но пока мы живем на этой земле, пока мы вообще живем, где бы то ни было, я думаю, что это вечный процесс нашего бытия как души. И, конечно же, процесс обучения и духовного роста, он тоже будет вечным. Я желаю вам, чтобы он был у вас очень счастливым. И побольше довольных, счастливых, благодарных вам клиентов. Ну и личного вам здоровья и процветания. Приходите к нам еще, потому что я чувствую, тем для разговоров будет очень-очень много. Благодарю. Благодарю. Мне приятно было с вами беседовать. Очень мудрые, понимающие то, о чем мы, по сути, единомышленники. Да, поэтому... да. Друзья, конечно же, выбор есть у каждого из нас. Наверное, он основополагающий, тот самый выбор, о котором я сейчас хочу рассказать. И, наверное, он каким-то образом связан с нашей кармой, с нашей судьбой, с нашими предыдущими выборами. Это выбор между точками зрения, между мировоззрением, между атеистическим, материалистическим мировоззрением и мировоззрением осознанным, духовным. Конечно, быть атеистом очень легко. Легко сказать, что я сам хозяин своей судьбе, но очень сложно быть на самом деле хозяином без управляющей роли действительного нашего хозяина, нашего Творца, который контролирует все от нашего дыхания и сердцебиения до состояния всех возможных вселенных и галактик. И это замечательно, потому что Он любит нас по-настоящему, безусловно, и видит, как для нас будет хорошо. И когда мы сделаем тот самый и единственный правильный выбор своей жизни, осознанно воспримем его существование и осознанно доверим свою жизнь в любой форме ее воплощения в его бережные любящие руки, тогда мы раскроем в себе настоящую способность быть счастливым. И мы поймем, что эта способность быть счастливым, само наше счастье неуклонно возрастает исключительно в том случае, когда мы позволяем себе наслаждаться процессом обучения. Я желаю вам обращаться к настоящим мастерам своего дела, такому, например, человеку, как гость сегодняшней передачи «Избранный» Анатолий Некрасов. Будьте счастливы и оставайтесь с нами. Спасибо. I don't remember anything. The night again, I had black screen. I was supposed to dance all my best. Oh, Geo Vodka, what have you done?